Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня у нас на обзоре новый симулятор под названием Recycling Center Simulator. Это у нас симулятор по переработке всяких отходов. Блин, вот тут должно быть реально что-то интересное. Давайте смотреть. Новую игру выбираем и ждем. Так, сразу выйдите на улицу и найдите упакованную машину и возьмите ее. А, так, хорошо. Так, выглядит все достаточно неплохо. Это машина, да? Что нам нужно? Упакованную машину. Так, а дверь автомобиля, мне надо куда-то, наверное, сюда войти. Подождите, вот, мне показывается маркер. Так, и что нам нужно? Бумага. Теперь построй ее в нужной зоне. А в какой зоне? Вот тут мне надо типа построить, да? А как мне ее построить? Это я бросить могу, хорошо. Бросить место построить на Б. Ну, неудобно. Я бы сказал, не очень удобно. Так, хорошо. Давайте как-то ровненько можно. О! Сейчас прям ровненько-ровненько в уголочек. Отлично, построили. И нам даже первое достижение дали. Чтобы собрать лом, открой компьютер, чтобы найти подходящие сделки по лому и поторгуйся с владельцем, чтобы снизить цену. Можно иметь только одну активную сделку за раз. Так, открыть компьютер. Где наш компьютер? Давайте пойдем сюда. Так, будем ломом торговать. Так, сделки с ломом. 120. Сделка. Так, пластик, оценить. Так, договориться. Предложение принято. Садитесь на свой грузовик. А серьезно, мне еще надо за этим ломом ехать? Крутяк, крутяк, ребята. Мы сегодня сейчас поедем за ломом. Так, погнали. Интересно, мы сами будем ехать или что? Или что? А, мы при... Подождите, коробка из-под пиццы. А, здесь много отходов. Начнем с мелких. Давайте соберем немного мелких отходов. Подождите. Взять. А как мне бросить мешок? Вот так. Так, подождите, я понял. Я вот это собираю. О, ништяк. То есть я могу тут хотя бы собирать нормально. Так, а вон тот знак я не могу уже собрать. Хорошо. Тут на самом деле удобнее, намного удобнее, чем в прошлом симуляторе рыбкам, где мы на самом деле не очень-то хорошо себя чувствовали, потому что, блин, там собирать, конечно, весь мусор было очень напряжно, а тут, смотрите, мы можем прям вот так вот швырять все. Отлично, хорошо. У нас 10 килограмм мы всего лишь можем в руки. Так. Так. Чего нам написано? Упакуйте свой мусорный мешок и бросьте его в грузовик. Так. Загрузите все отходы, чтобы увеличить вашу прибыль. А я что делаю? Я как раз все и собираю. Вот так, по максимуму. Ай, ведрышки вот такие, походу, большие придется носить. Ну давайте. Слишком близко к земле. Я понимаю, что слишком близко к земле. Так, о чем мы тут можем? На самом деле-то что-нибудь ценное, большое мы можем тут замутить? Нет. Тут просто какой-то мусор один лежит. Прям реально мусор-мусор. Соответственно, ничего такого прям ценного мы найти тут не можем. На полках ни хрена нету. Так, ну и как обычно, конечно... Ведро у нас не хватается. Нормально. Так, выкидываем. Так, на С мешок тоже швыряем. Бежим дальше. Соберем уже все до конца. Сначала мелкие все. Мелкие все. Блин. Угораздило схватить эту вазу. Но зато я хотя бы увидел, ребята, что у нас еще пропущено вот тут вот. Какая-то мусоринка, если ее можно так назвать. Так. Да, с железком. Блин, да, конечно, прикольно. Слушайте, прикольно, что мы можем вот это все собирать. Эта коробка у нас, конечно, тоже просто так не возьмется. Так, можем швырять, хорошо. Мы хотя бы издалека можем швырять. Но, конечно, вот так бегать не кайф, скажу я вам. Так, что у нас тут? И у нас, по сути, осталось все. Вот это колесо только утащить, и получается все. Так. Все отходы мы собрали. Завершение области. Нет, подождите, нам пишут, что нифига. Пластиковые отходы мы все собрали.
Бумажные отходы. А кто-нибудь видит бумажные отходы еще где-нибудь? Так, а я не вижу, чтобы мы тут еще что-то где-то ценники эти не могу собрать. А где еще бумажные отходы? Соберите все отходы, чтобы увеличить прибыль. Но я собрал все абсолютно, по-моему, отходы. Больше я вообще вот ни на прилавках, нигде ничего абсолютно не вижу. Что-то, походу, меня дурит тут. Больше нигде ничего нету. Так, вывеску, может, я могу? Нет, нифига не могу. Ладно, давайте тогда будем уезжать. Все, вроде я отсюда собрал. А, нет, подождите, у меня же мешок с собой. Во, все, теперь все собрано. Думаю, что ж такое-то не так. Все, возврат на завод. Отлично, мы все собрали. Так, и теперь... Так, что нам нужно сделать? Положите отходы, которые вы бросили на конвейерную ленту перед кузовом грузовика и давайте им и подавайте его вовнутрь. Отлично. То есть мне надо вот сейчас будет все просто вот сюда кидать. Я даже могу отсюда швырять. Блин, это удобно. Главное не промахиваться. Переработка у нас идет. Гитару даже вот... Ай, блин, гитара не получилось. Ее нормально метнуть. Так, и гитарку. Все. Так, у нас все в переработку идет. Запустите сортировочную машину. Запустить у нас надо ее вот тут, да? А как нам сортировать? А, нам надо еще самому? Да нифига себе. Да это пипец. Да вы прикалываетесь, что ли? Эй, я не успею... А, тут можно не торопиться. Так, у меня гитара не влезает. Я ж думал, оно, короче, все это упадет. А нет, можно спокойно, не переживать. Тогда вообще нормально. Пластик, пластик, дерево к дереву, нормально. Комбо, комбо, комбо. Так. Стекляшки все сюда. Железо сюда. Блин, прикольно. Слушайте. На сортировке, блин, никогда не работал. Даже реально интересно как-то. Так, все. Отлично. Мы первую сортировку сделали. Успех на 95%. Ну, нормально. Для первого раза пойдет. Дальше, что нам нужно? Возьмите коробку с отработанными отходами бумагой и бросьте ее на вход правильной машины. Сюда, что ли? На вход. Вот сюда. Что-то я слишком сильно. Так, давайте посмотрим, что там выйдет из этого. Подойдите к панели управления машины. И так, запустить. Поместить как, куда вот сюда, типа поместить. Сразу 10 типа можно. Сколько у меня там? Я даже не знаю, сколько у меня там. Прикольно, блин. Так. Оу. Давайте перенесем другие коробки к зону хранения. Так, а мне... Так.
В зону хранения? Где у нас зона хранения? Так, хорошо. Это склад, типа. Коробки надо, типа, вот сюда. Ну, я понял. Ладно, хорошо. Блин, ну тут много коробок. А я на рохле могу тут кататься? Интересно, нет, походу? Так, давайте перенесем другие коробки. Мне, короче, типа все коробки надо, да? А куда мне прессованное все девать? Нет, это что же интересно? Так, дерево, да? Дерево несем. И последнюю коробочку нам нужно сейчас будет отсюда забрать. Возьмите палету из стопки палет и поставьте ее рядом с выходом. С каким выходом? С каким выходом? Загрузите палету продуктами. 24. Так, подождите, мне надо типа... Бумаги. А сколько я могу-то? Вот 40 штук, например. Пуск. Чего? Возьмите... Используйте гидравлическую тележку. Переместите. Подождите, а почему у меня это тут-то не идет? У меня типа закончилось все. Все, я нифига типа не могу, да? Так, гидравлическую тележку. Бу-бу-бу-бу-бу-бум. Во, я могу на рохле кататься. Так, блин, тут надо еще научиться ей управлять нормально. Ай, блин. Блин, тяжело, тяжело. Так, сейчас. Надо как-то с управлением тут разобраться. Назад. Очень резвая она. Очень резвая. Так, подняли, используйте, перенесите палету. Так. А, зайдите, все. Вроде как... Так, вроде как мы закончили. Зайдите на рынок через компьютер и проверьте предложение. Так, хорошо. Что за предложение? А, на ваши продукты отходы. Рынок, контракты, магазин. Найдите подходящее предложение и продайте свои продукты. Продукты. Сделки, слово. А у меня нифига нет. И продайте контракты. Рынок, во. Так, у меня есть... А что, у меня есть пластик? Так. Доход 0,00. Так, подождите, рынок. Пластик. Вот у меня есть пластик, по-моему, или я бумагу. Синие, синие, синие. Да, это синий, у меня был пластик. Вот у меня 10 штук. Рыночная цена 6. А как мне? Введите количество. 10. Так, давайте вот так. Цена 7. 10. 70 баксов. Продали. Отлично. Чтобы выполнить заказы с высокой стоимостью, откройте ваш компьютер, нажмите контракты, чтобы найти требования клиента по перерабатываемым материалам. Так, а что у меня еще есть? 12 штук. Продал. Так, отлично, я могу это все пер... 11. Продать. Круто, я могу, значит, все это сразу продавать, не обязательно сортировать стекло, вот у меня есть. Так, 12, продать металл, о, у меня еще металл есть, так, ну, давайте, 14 продадим, все, слушайте, нормально, сделки с ломом, и походу у нас нет. Чтобы выполнять сделки с высоким... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, а у нас вот тут кусочек валяется. Давайте туда его метнем, пускай там висит.
Так, сделки, а я же не могу, типа, сделку. А у меня еще один компьютер, прикиньте. А, он не рабочий. Так, контракты. Во, сделка, заказ. А что за сделка? Привет, я пишу по поводу твоих предложений. Нам требуется срочная помощь. С уважением, заказом. Предлагаем 90 баксов. 100. Условия приемлемы на 100. Пожалуйста, ускорьте заказ. Так, и что нам нужно? Нам нужно сделка. Так, рынок, бумага. Так, один. Так, а где наш магазин? Так, во, измельчительная машина, бумага. Бумага у нас есть. Так, пластик. Купить хочу. Хочу. Почему? Почему бы и нет? Давайте посмотрим хотя бы. Чё как это? Чё как оно? Так, тут у нас стоит аппарат уже. Так, соответственно, построить. Блин, я бы на самом деле вот как-то вот так вот. Сюда загружаем. Блин, надо как-то правильно еще строить. Не, вот так вот. Вот прям ровненько попытаюсь сейчас впихнуть. О, шикардос. Откройте компьютер, нажмите сортировщика в разделе персонала. Персонал. Сортировщик. Давайте наймем. О, отлично, чувак теперь будет сам этим заниматься. Сборщик мусора, ассистент. Отлично, теперь можно лечь в свою кровать и спать, чтобы провести любой день на работе, когда захотите. Новые контракты и сделки, мусор появляется, когда вы поспите. Так, а как мне поспать? Так, заказ 7 дней, прессованная бумага. Сделки. У меня нет сделок. Персонал. Так, а как мне поспать? Фабрика. Фабрику можем увеличить, магазин, чем мы тут еще можем всякие изменить, оборудование, ну-ка, улучшение, ни хрена нету, рынок. Так, а как мне поспать? Типа, а на диване я не могу спать. Как мне спать-то? И где мне спать? Вот у меня чувак теперь есть, сортировщик. Сортируй отходы. Нет отходов. Неважно. Где мне спать? Выйти я отсюда не могу. Так, продолжить сохранить настройки. Я застрял. Машины, склад. Новые контракты, сделки. Мусор появляется, когда вы поспите. А как мне? День. У меня еще день идет. Фабрика, магазин, контракты, персонал. У меня нет тут банк. Кредиты я не хочу. Рынок. За 7 дней мне надо выполнить план. Как мне спать-то тут? Мне никто не объяснил, как спать. Вы можете лечь. А, блин, у меня второй этаж есть. Все, я нашел. Это охренеть. День первый отчет. Так, плюс, минус 500. Ну, нормально, что у нас минус 500, потому что мы все-таки станок новый еще купили. Так, 6 дней осталось, а мне нужно спрессованные бумаги. 10 штук. Давайте посмотрим, что у нас есть в сделке. Так, 95 баксов. Так, 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 так. Зеленая. Прессованная бумага. Подождите. Я забываю. Магазин. У нас бумага. Это синяя, по-моему, да? Бумага синяя. Давайте посмотрим, что у нас по сделкам. Вот тут бумаги много. Так, сделка. Давайте 120. Договорились. Все, отлично, нормально. Предложение принято. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Сейчас быстренько соберем бумаги. Хотя бы у нас там нормально будет.
Так, и чё, мы опять сюда приехали? Так. Так. Быстренько собираем. Блин, одно и то же. Одно и то же. Даже пластик какой-то есть. Все, закинули, на удивление. Так. Швырнется? Швырнулась. Замечательно. Так. Коробки, блин, эти гребаные коробки неудобно. Гребаные коробки неудобно. Мне нужно мусор нормальный собирать, а не вот эти вот. Хотя, блин, это же картон, это типа бумага. Все, что мне нужно. Так, давайте сначала я попытаюсь мелочь всю собрать, чтобы мне не бегать по 10 раз. Так, 9,7. Нормально. Сейчас, в принципе, нормально. Мешочек так выйдет. Закинули. Быстренько прям бежим. Собираем сначала всю мелочь, которую можем собрать, которую видим. Мелочь, мелочь, мелочь. Оп, оп, оп. Так, так. Ай, блин, бутылка. Гребаная бутылка покатилась, и мне прям под руки попалась. Так, ее даже не видно. Не вижу. Не смей только наверху оказываться. Ух, я уж подумал, она сейчас там застрянет, будет вообще, вообще будет не камильфо. Так, давайте тогда вот этот баллон берем. Чпоньк, кинули, хорошо, хорошо, хорошо. Что у нас еще тут? Мусор есть, бутылка. Быстренько, быстренько, быстренько. Опа, кинули. Мешочек кинули. Почти все собрали, ребят. В принципе, у нас все идентично, как в первый раз было. Только единственное, мы сейчас намного быстрее все делаем, потому что мы уже знаем, как чего мутить, как чего закидывать, как чего, где собирать. Так, вот тут у нас кусок пластика остался. Так, смотрим, смотрим внимательно. Тут у нас во. И по сути все. Вроде бы мы как все собрали с вами. Опа, и все, закрываем, погнали. Быстренько. Так, назад на завод. Так, дружище, давай. Сортируй. В сортировочной машине нет отходов. Все. Он сам все делает. Молодец. Блин, приятно наблюдать. Чувак прям сам все делает. Так, а это что не кинул нормально? Да блин, и я еще зам нормально кинуть тоже не могу, ладно. Ну что, тебе помочь? А то тут до ежачьей Пасхи будешь, дружище, делать. Давай шустрее, блин. Я быстрее тебя кидаю. Работа не терпит отлагательств. Так, последний мешок, все. Так, иди сортируй. Мне надо тебя еще каждый раз подталкивать. Так, что появится в ящике-то? Или все на пол будет? Работает. Смотрите, он реально сортирует. Там у него идет что-то. Давайте до конца посмотрим, что будет. О! Так, мне нужна бумага. Дам-д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 ам. Так, закидываем бумагу. Мне 10 штук нужно. Блин, а как мне подходить-то тут? Неудобно. Так, давайте десяточку сделаем. Так, отлично, палет уберем. Кидаем сюда палет. Так, 10 штук у нас есть. А как нам прессованную эту бумагу? Теперь, так, контракты. Так, сделка. Дней осталось. Так, Simple, Pineapple. Принятые.
Как мне сделать-то сделки? Принято. Как мне? О чем мне? Как мне? Что мне делать-то надо? Как мне прессованную эту бумагу, соответственно, заказ-то этот отдать? Мне же никто ничего не сказал. Да ё-моё, как же ты рохля хреново управляется-то? Давай-давай-давай, вот так вот заезжаем. Да, ё-моё, я застрял теперь еще. Во. О, серьезно? Тут заказ лежит теперь. Все, нахрен рохлю. Так, контракты. И мне теперь типа надо подойти и подтвердить контракт, что я сделал. Ну-ка, давайте, мне даже интересно. Контракты, доставка. Ух ты, круто. Мы выполнили заказ, ребят. Так. А давайте-ка попробуем что-нибудь. 120. 95. И какие 95? Ты прикалываешься, что ли? 120, конечно. Сделка, так и быть. Ты не пожалеешь. Да. Конечно, не пожалею. Погнали собирать. Посмотрим, что у нас там. Интересно, это какое-то другое место уже. Да, это другое место. Так, какие-то склянки, бутылки. Все, ладно. Допустим, открываем. Собираем, собираем, собираем. Железо, железо. Ну, тут много всего, кстати, раскидано. Но я как-то думал, что будет посерьезней. Колбочки даже какие-то странные. Так, канистру. Давай закинем канистру. Давай сразу мешок закинем. И погнали. Что у нас тут? Соответственно, я какой-то старый шкаф. Дальше. Бутылки. Стулья. Не можем. Нифига, тут ничего нету. Ё-моё. Соответственно, блин, картон. А мы тут, кстати, я еще заметил, мы прыгать не можем, ребят. Вот что я заметил, мы не можем прыгать. Так, ну, слушайте, тут не густо-то вообще, я так вам скажу, что собирать тут почти и нечего, если так вот посмотреть. Банки, банки, банки. Да вообще не густо. То есть, соответственно, у нас осталось тут собирать-то почти нечего. Единственное, так, вот тут осталось подсобки взять. Тоже фарфор. Фарфор берем. Берем, 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 берем. Кидаем. Мешок кидаем. Так. Не понял. Где-то что-то еще осталось. Так, тут мы ничего взять не можем. В руках у меня больше ничего нету. У нас стеклянные отходы. Где-то еще стекло осталось. Ага. Так, проверяем. Где-то мы тут стекляшечку-то упустили. Смотрим внимательно. Так, тут что у нас? А, во, у нас еще нифига тут. Вот у нас сколько всего. Так, и тут за этой дверью. За этой дверью проверяем. В сортирах ничего нету. Так, так, так. Тик, тик, тик. Блин. Гребаные вазы. Так, ну, слушайте. Неожиданно. Да, тут побольше всего, но я бы не сказал, что что-то интересное. Да, есть. Кидаем. Мешок берем, кидаем. Все, мы завершили этот контракт. Еще 120 баксов заработали. Все, открываем. Чувачок у нас идет. Давай шустрее, я тебе прям помогу. Выгружай, выгружай. Так, на тебе, все. Так, дружище, иди сортируй.
А я пойду. А чё я пойду? Чё я пойду? Чё я могу взять? Так, сделки. Так, мы можем все сделки, конечно, все пособирать. Так, ну, можем... так, рынок просто продавать. Контракты, блин, контракты пипец. Ну, вот у нас еще контракт какой-то есть, ожидание. Так, заказ. Это что такое? Опилки? Не, опилок у меня нету вообще. Хранение. Это прессованный пластик. Я могу прессованный пластик, кстати. Сделка. Привет. 300... 390 давай. Я думаю, накинуть можно чуть-чуть. 390. Ускорить заказ. Все. 390. 48 прессованного пластика. Чё-то я... Чё-то, ребята, я лиху дал. Прессованный. Так, это у нас стекло, пластик. Давайте попробуем 48 переработать. Да, охренеть. Чё-то я... Так, 48 нам надо. 48. Да, у меня столько нету. 10. А чё? Не хватает, типа? 5. Почему запустить-то не могу? 1. Что-то как-то не густо. Так, где у меня еще пластик? Что-то с пластиком я, походу, лоханулся. Это все, конечно, хорошо. Так, 5. Посмотрим, сколько сейчас пластика вообще смогу сделать. Да мало. 48 точно не смогу, у меня 2 дня осталось. Пипец. Так, все. У меня, соответственно, окончилось место. Кидаем. Так, рохли, рохли, рохли надо отвезти. Давай, рохля. Так, да блин, это кошмар. Ребята, управление рохли — это кошмар. Прям очень тяжело. Даже когда привыкаешь, все равно трудно. Так, все, загрузили. Так, блин, а где же мне еще столько пластика-то взять? 16 я только сделал. Так, давайте посмотрим, что у нас еще сделки есть. Во. Пластик. Пластик 11. А тут пластика вообще нет. Ну, давайте. 72 сотку. Нет. 72 даже не серьезно. Договорились. Погнали. Так, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Как... О! Здрасте, приехали. А как оно? Туда не попало. Погнали, посмотрим, куда нас сейчас отправит. Так, ну, как обычно. Как обычно у нас тут куча всего валяется. Куча всего и плюс гитара. Так, смотрим, смотрим. Сначала по улице давайте все соберем, чтобы нам тут... Потом не думать, что мы где-то что-то потеряли. Так, и обязательно за домом надо бежать все. Так, опа. Так, вот этот тазик тоже, оказывается, у нас туда идет. Открываем дверь и сразу видим, что у нас тут полный кошмар. Все почти надо закидывать.
Так, кусок пластикового стула. Отлично. Чем больше пластика, тем нам лучше. Так, берем. Опачки, мешок тоже туда. Дальше смотрим, какая-то машинка. На полках ни хрена нет. Так, опа. Опа. Так, бежим. Блин, неудобно, машина припаркована. Неудобно, машинка припаркована у нас. Так, что у нас тут есть? Самолетики и... Да тут собирать-то, по сути, нечего. Тут больше ни хрена и нету. То есть... Это серьезно все? Это прям реально все, что мы могли собрать? Окей, ладно, выходим. Дружище, давай. Шустрее. Я тебе даже помогу. Мне сейчас нужно все вот это быстро переработать. Мне нужно очень много пластика, чтобы контракт не сорвать. Да ты дурака, кусок, ты хоть отходи. Ты видишь, что я тут делаю? Так, тинк. А мне, то есть тебе надо постоянно говорить, чтобы ты сортировал, да? Сам ты не можешь. Вот бестолочь. Так, давайте еще тогда следующий заказ. Быстренько следующий заказ делаем, сделки. Так, 99, 115. Еще ни разу мы не проигрывали наше предложение. Ну, чё, договорились. Так и быть, конечно, так и быть. У тебя других вариантов нету. Так, 5 сделок, это хорошо. Так, закрываем, поехали на следующий. Блин, мне еще бы сборщика себе намутить. И было бы вообще классно. Так, я понял, сразу начинаем вот с вещей, которые у нас придется кидать. Так, окей, тазик у нас сразу идет, бутылки, ваза. Да, когда уже приноровился, как-то намного веселее становится. Так, смотрим. Смотрим, что у нас болт какой-то. Так, тут ничего нету. Отлично. Так, железная фигня какая-то не берется. Кофеаппарат. Блин, а тут... Да тут чисто. Ребята, тут чисто. Хотя вот тут вот уже срач. Так, мешок полный. Ни хрена себе. Полный мешок. Окей, давайте его закинем. Так, блин, а тут еще... Да, нет. Надо все с одного места собирать. Сначала вот тут все, давайте всю мелочь соберем. Да иди, твою мать, так и знал. Ну какого хрена вот эту вот чушь маленькую мне надо нести? Ну серьезно, ей-богу. Да и блин, опять взял, туплю. Надо сначала маленькое собирать. Маленькое собирать надо. Маленькое, потом, чтоб уже... Большое. Так, что у нас маленькое тут есть? Блин, неудобно. Видите, сколько всего. Эх, блин. Да уж. Давайте уж сразу мешок выкину. Так. А мы же можем отсюда швырнуть все. Вот так вот туда. Вот так вот туда. Чтоб нам удобнее было уже. Вот, быстренько прям грузим, нормально. Дальше, что у нас? Газета, пепельницы, стекляшки. Так, опа, тут еще у нас, здрасте, приехали. Тут по-любому что-то, наверное, запрятано, не? Не, нифига, ничего не запрятано абсолютно. Так, ну и мы, получается, сегодня все контракты сделаем, да? Блин, это даже будет круто, если мы сегодня все контракты прям сделаем. Так, и что, получается, я все тут абсолютно собрал? Что-то даже не верится. Ну-ка, давайте мешок скинем, проверим. Нет. Во. У нас осталась одна стекляшка, которую мы не загрузили. Стеклянные отходы. Вот, подождите, еще бутылочку. Одну гребаную бутылочку упустил, типа все? Нет. Еще где-то. Так, еще где-то у нас стекло. А где оно может быть? Вот тут за дверью. Тут же за дверь-то мы не заходили, вот сюда не заходили, тут у нас ничего нету. Так, и тут почему-то сразу выключился свет. Как только мы зашли,
Почему-то свет сразу потух. Так, ну, в кабинках туалета, я думаю, уже явно ничего не будет. Почему свет потух, непонятно. Ночь наступила, мы все работаем. Так, все. Замечательно, погнали на завод. Быстренько. Да, вот этот симулятор, ребята, мне нравится. Прям реально прикольно сделан. Так, дружище, давай. Быстренько. Сейчас будем закидывать все. Я тебе даже помогаю. Нам нужно, соответственно, с тобой пластик сегодня замутить нормально. Ай, блин, промахиваюсь. Ладно, черт с ним. Так, вроде у нас, чтобы ничего не валялось, надо аккуратненько все кидать. Так, что это у нас? Кусок деревяшки какой-то. Давай, последний взял. Все, молодец, закрываю двери. Так, кинул. Так, все, иди сортируй, что ты? Титьки мнешь. Так, а мне нужно пластик. Пластик, пластик. А, нет. Сейчас он переработает все. 16. Блин, мне еще 20 чем-то нужно прессованных брикетов, чтобы выполнить заказ. Не уверен, что я выполню, хотя у меня следующий день еще есть, поэтому я даже, можно сказать, не напрягаюсь. Замечательно. Спасибо, дружище. Идем, загружаем. Так. Ну, вроде, сколько-то должно быть. Так, еще два типа есть. Так, подождите, мне 16. 32 осталось. 22. А, это все, что... И это все, что у меня есть, да? Пипец, пластика очень мало. Очень мало пластика. Это печальненько. 20 еще надо. 19 штук. 19 еще. Где мне столько взять? Контракты-то я все выполнил, получается. Контракты. Нет, не контракты, а сделки. Сделки сегодня все. Так, я думаю, надо идти спать. Так, и что, мы сегодня в плюсе должны? Минус 378. Ну, блин, наверное, на следующий день тогда. Наверное, на следующий день тогда в плюс мы должны выйти. Все, встали с петухами в 9.00. Так, сразу смотрим сделки. Нифига нет. Сделок нифига нет. Контракты. Я не могу контракты взять. А где сделки-то? Во, ожидаемые. Так, мне нужен пластик. Пластик 26%. Нормально, берем. 119, 133. Так и быть, да конечно так и быть. Куда вы, блин, денетесь-то? Так, мне за один день надо еще 19 прессованных брикетов пластика сделать. Это пипец, это очень много на самом деле. Так, открываем. И погнали собирать. Тут мы уже были. Тут мы уже были, тут мы все, по сути, знаем. Единственное, тут, конечно, ну, все рандомно всегда разбросано. И неудобно, немножечко машинка у нас все-таки лежит. Точнее, стоит. Так, пластик, 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 пакеты, вот, игрушки, все, что лежит. Нам это нужно. Так, смотрим дальше. Тут ничего нету. Так, давайте по этой стороне. Блин, и сразу бутылку хватаю. Сразу гребаную бутылку хватаю, которую я не могу взять в мешок. Приходится вот так все. Так, ладно, хорошо, хорошо. Дальше. Мелкая, 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 мелкая. Все. Пакетик полон. Можем его... Опачки, закидываем. Мне просто интересно хотя бы вот этот второй контракт выполнить. Прям реально. Слушайте, я могу сказать, что игра достаточно интересная. Да, конечно, пока что не сильно мы прокачались и нет большого разнообразия. Но когда вот уже появятся, соответственно, работники, которые тебе будут помогать сортировать все, блин, мне кажется, будет намного интереснее. Так что, мне кажется, вот этот симулятор прям зачетный вышел.
Мне он нравится. Поэтому я с удовольствием бы его еще погонял, попроходил бы. Ну, буду смотреть, ребят, по вашим комментариям, как вам такой симулятор. Потому что симулятор аквариумиста мне вообще что-то не зашел, последний, который мы недавно прям смотрели. А там прям что-то и с управлением было, и вообще как-то нудноватенько и скучно было. А тут прям очень все даже годненько идет. Я бы сказал, очень даже интересненько. Так, коробку, конечно, как же без коробки-то. Закидываем мешок, тоже закидываем. Так, у нас два больших предмета осталось. Это кусок гитары и коробка. Все, сейчас закидываем. Тынь-дырынь, тынь-дырынь, тынь-дырынь. Так, мне надо за один день успеть. Блин, ну я, конечно, заказ взял жесткий, просто жесткий. А, блин. Такое количество, конечно, блин, пластика за два дня. Это очень серьезно. Так, дружище, давай. Серьезно, давай шустрее. Да давай, шевелись, блин, я быстрее тебя это все делаю. Быстренько, быстренько, все, на конвейер погнали. Переработанный пластик. Все. Давай, молодец. Сортировка. Сортировка. Так, а мы, смотрите, у нас осталось еще 19. Мы прям можем вот тут в аппарате поставить, что нам нужно еще 19 штук. И он будет делать, соответственно, сколько нам остается. Так, ну что, он сортирует. Где у нас пластик-то? С какой стороны? Что-то я не вижу. Сейчас должен появиться. По-моему, вот тут он должен появиться. О, пластик. Сколько? 12 килограмм. Вообще хрен да ни хрена. 12 килограмм это очень мало. Это очень мало. Так. О, и сразу у нас аппарат. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, блин, слушайте, нормально 13, то есть нам еще осталось чуть-чуть пластика намутить. Так, сделки, где у нас пластика побольше-то? Пластик у нас 11%. Так, сделка 115, конечно, будет, 115. Со мной даже еще ни разу никто не спорил насчет цены. Так, ну ладно, договорились. Да, конечно, договорились. Я же говорю, со мной спорить бесполезно, потому что других вариантов у вас нету. Кто, кроме меня, вот так вот быстро, оперативно заберет весь ваш мусор? Никто. Абсолютно никто. Так, открываем. И давайте собирать все. Ох ты, даже трубу какую я нашел. Вот это нормально. Вот эта труба прям зачетненько. Так, бутылки не разобьется. Ага, хрен, она даже туда нормально не залетела. Так, тут ничего нету. А, давайте с этой стороны смотреть. Сначала мелочь всю, собираем мелочь. Только мелочь. Да, о, отличненько. Мы уж половину прям сразу сходу собрали. Так, что у нас тут? Тазики, баночки, бутылки. Все. Прям подчистую. Вообще очень быстро. Все, теперь нам только крупняк. Только крупняк. Бери и кидай, бери и кидай. Блин, не, контракт должен выполнить. Я надеюсь, по крайней мере, что я его выполню. Мне осталось прям чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Я надеюсь, что мне пластика хватит на сегодня. Блин, иначе такой фейл будет, если у меня прям на самом интересном месте
Не хватит одного, например, брикета пластика, это будет просто пипец. Так, что я еще где не взял? Вот тут, наверное. Вот тут что-то... Где-то... А, у меня мешок. Нет, у меня мешок пустой. А что-то где-то я либо мимо кинул, либо... Либо так, стеклянка. Какая-то где-то стеклянка. Вон она. Охренеть, я ее даже не заметил. Так, все, погнали быстро на завод. Дел полно, что-то мы прям очень сильно сегодня задержались в этой игре. На удивление, но я, слушайте, я не ожидал, что она мне понравится. Хотя у меня были большие предположения, что все-таки игра мне зайдет. Будет что-то интересное, прям я чувствовал, что мне тут что-то точно должно понравиться. И, как оказалось, я был прав. Так, дружище, конечно, иди сортируй, бегом. Бегом, бегом, бегом. Давай, шустрее. Блин, почему я тебе все время каждый раз должен приказывать, чтобы ты шел сортировать? Ты сам не можешь понять, что у нас в итоге уже все лежит. Хотя, да, можно и не сортировать. Не всем же нужен именно прессованный отход, прессованный материал. Кому-то нужен и просто, например. Так, измельчитель у нас. Ладно, давай, пластика. Пожалуйста, дай мне побольше пластика. Блин, ну 11% очень мало. Хотя мне, по сути-то, прям пипец как много и не нужно. Так. И если сейчас все до конца пойдет. 6. 5. Ну, давай, 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 пожалуйста. Если все сейчас будет круто, то вообще ништяк. Блин, мне 2 не хватило. Ребят, мне 2 не хватило. Это жопа. Так, ну а нам ничего не остается, как принимать эту 102, 122, 122. Вот прям с наглею. Сделка. Блин, охренеть, мне даже с большой наценкой. Да, придется. Я думал, все-таки мы сейчас опачки и быстренько закончим с контрактом. Но нам приходится вот так вот мучиться. Так, ну что, выходим, открываем машину. Сразу начинаем консервную банку какую-то. Так, а тут на такой, слушайте, на такой заправке мы, по-моему, еще не были. Тут что-то прям очень много. Очень много всего. Так, и главное нам смотреть, чтобы нигде ничего не упустить. Блин, тут очень много мусора. Вдалеке лежит большого. Это не есть хорошо. Не нравится мне, когда много мусора большого. Но давайте хотя бы трубу. У нас кстати, у нас и железо, смотрите, копится. То есть, по сути, мы с вами можем потом еще какой-нибудь контрактик нормальненький такой замутить, где у нас будет железо. И большую часть, наверное, мы с вами прям очень быстро... продадим. Наверное, не нужно было в прошлый раз все продавать, все, что прям попадалось. Так, за домом ничего нет, это уже хорошо. Так, закидываем. И давайте сразу мешок закинем. Ну что, вламываемся. Так, ай, блин, это большое, это большое. Закинулось. Нифига себе, закинулось. Так, как я и говорил, собираем сначала мелкое. Мелкая у нас самое такое геморройное. Хотя нет, но самое геморройное это как раз наоборот. Большие какие-то коробки и прочая хрень. Так, тут ничего нет. Смотрим, что у нас тут. Мешок полный. Мешочек полный. Не, быстро, мы очень быстро уже делаем. Я прям, видите, почти на автопилоте все собираю. Так, коробки. Давайте туда кину, коробку туда кину, подальше просто сразу через окно можно кидать, чтобы потом было проще. Это намного удобнее. Так, ага, ага, стаканчик, стаканчик, коробочка еще у нас есть. Такая коробка, а, и все? Все, получается, прикиньте, я все собрал. Соответственно, что мы берем? Мешочек, кидаем, коробку кидаем, коробку кидаем, коробку кидаем. И все, у нас осталась одна коробка. Нет, ни хрена у нас не осталось. Одна коробка, потому что у нас тут еще где-то что-то мы оставили. Причем оставили так серьезно. Что нам, бумажные отходы где-то еще лежат? Где-то еще лежат бумажные отходы. Нужна отмычка. Нифига себе, мы еще типа можем отмычку купить. Так, а вот пластик. То есть, по сути, мы можем тут еще сейфы вскрывать. Все.
Вот это круто, слушайте, а это интересно. Прикиньте, сейфы вскрываем, а там еще деньги есть. То есть не сейфы, это кассовые аппараты. Точнее, денежные ящики, но все равно прикольно. Может быть, мы даже там можем какой-то клад найти. Может, реально там кто-то забыл огромную кучу денег, хотя я что-то сомневаюсь. Там, наверное, скорее всего, будут какие-то там центы, либо пара баксов всего. Но все равно это тоже приятно, когда у тебя какие-то дополнительные лишние денежки из ниоткуда. Такой маленький сюрпризик. Так, давай ты отходи, ты, блин, как-то неудобно и очень медленно. Я тебе за что деньги-то плачу? Причем нормальные деньги. Так, все, закрываем машину. Ты у меня все топаешь. Давай, 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 дружище, у нас день скоро закончится. Нам нужно, блин, контракт прям выполнить это срочно. Хотя там деньги вообще смешные на самом деле. Очень смешные деньги по меркам того, что мы заработали за все вот эти вот разъезды. 300, что-то там 300, 400 почти баксов. Вообще смешно. А столько геморроя с этим заказом Plastic Solution. Спасибо, блин, очень долго пришлось ждать. Так, все, закидываем сюда. Я иду за палетом. Так. Это все, это все. Так, где моя рохлька? Рохлька сейчас самая так проблемная. Так, нам надо ехать. Опачки, как мы удачно заехали. Подождите. 10 еще не хватает. А как я так считал? А как я так считал-то? Вот я лох педальный, а у меня нет больше. Алло, здрасте, приехали. А где ж я еще 10 пластика намучу? А я купить где-нибудь могу пластик? Так, персонал. А, сборщик. Сборщик, нифига себе. Так, сборщика я только на 5 уровне могу открыть, а у меня только 2. Так, контракты. Так, прессовано 54. Это охренеть. Так, 390 баксов мы на этом заработаем. Так, у меня получается... Все. Мне неоткуда пластик брать. Магазин. Оборудование, улучшение. Так, ну что, я думаю, идем спать. Если у нас не обломится контракт, то будет круто. А если обломится, то... Блин, мы в 300... Минус 390. У нас прибыль-то вообще будет? Так, не говорите, что у меня контракт просрался. 0 дней. 0 дней. Я должен успеть. Я должен успеть. Так, пластик. Вот тут пластика 54. Сделка 130. 160, конечно. Давай, соглашайся. Договорились, все. 160. У меня что-то минус 18%. Сначала нужно принять... А, мне отказали? Подождите, мне же написали, договорились. А почему у меня договор не идет? У меня сделка, договорились, и... И я не могу взять, прикиньте. Так, ладно, 85. Давай 105. 100 давай. Хорошая цена. А чего? А почему я не могу? А чё прикол? В чём прикол-то? У меня что-то сломалось. Так, ну-ка, я застрял. У меня контракты не работают. Чё за прикол-то? Сделки. У меня договора нету. У меня только сделки могут быть, да? Сделка. 107. 108, блин. Давай вот так вот.
подождите, это они мне платят. Блин, что-то... Я походу понял. Мне наоборот цену надо было меньше делать. Ой, лох, вот, они предлагают 137. А я должен 100, например, вот так вот. Вот, я думаю, почему они соглашаются? Я думал, блин, я торгую с ними за то, что они платят мне, а это, блин, 121, 115. Это пипец, у меня нет денег. Ах, ну ладно, договорились. Да, конечно, договорились. Только денег у меня ни хрена нету. Мне придется сейчас что-то продавать, рынок. Бумага. Короче, блин, вот это я лоханулся. Вот это я лоханулся, ребят. Ладно. В общем, вот такой вот симулятор, ребят, достаточно прикольный. Блин, ну, немножечко монотонный. Не знаю, кому-то, может быть, зайдет. Но сделано классно. Да, я тут лоханулся немножечко. Не так торговался, не в ту сторону. А в себе в огромный минус. Ну что ж. Все с опытом приходит, и, конечно, блин, ну, невнимательность, ну, или просто я так не понял, что от меня хотят. А симулятор, могу сказать, что прикольно сделан, интересно, даже, может быть, когда-нибудь после, там, нескольких патчей, когда все доведут еще вообще до идеала, можно будет поиграть. А на этом сегодня все, если вам понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.